Всем привет, ребята! С вами Сашин Робокс, и сегодня мы будем смотреть «Да, новую линию», как вы и угадали по названию видео. Да, это уже новый город, как я и обещал, хоть и с опозданием в 3 месяца. Но я думаю, это не важно, хотя это важно. Да. Я постараюсь выпускать ролики чаще, а чтобы ролики выходили чаще, вы должны подписаться на канал, потому что это очень важно. Ну что же, поехали. Мы сегодня едем от станции Филатов-Лук до станции Коммунарка по первой линии. Город Рассониш. Это я его так назвала. Ладно, поехали. Так, только нужно звуки выключить. Поехали. Ехать мы будем, ну, достаточно долго. Да, уж такое себе занятие, конечно. Так, тихо, не лагай, пожалуйста. Попроси уже не лагать. Да. Я установила просто одну модификацию в свой мир. Вот это вот, сид. И у меня уже начинает потихоньку лагать. Так вот, вот эта станция Филатов-Лук. Мне довольно нравится. И она открыта когда? 25 августа 2022 года. Долго. Долго она. Давно уже была открыта. Вот станция Филатов-Лук. И вот ее вестибюль. Как раз таки. И почти везде будут вот такие вот таблички висеть. Ну да ладно, поехали дальше. Информатора не будет. Будет я. Да. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция индустриальная. Да. Вот такие вот панели здесь. Вон там вот съезд в депо. Станция индустриальная. Да, эта станция тоже в современном стиле, и мне она довольно нравится. Такие арки. Станция была открыта 16 июля 2022 года, как и почти все станции этой линии. Вот кассы всякие. Да. Тихо, не лагай. Да. И если вот чуть-чуть пролететь, то вот будет электродепо. Ну вот, электродепо, еще один индустриальный. Да. Надеюсь, мне интернет дальше не будет подводить. Или мощность моего компьютера. Не, ой, нет. Пожалуйста, не лагай. 10 FPS. Ладно, осторожно, двери закрываются. Следующая станция, бульвар метростроителей. Раньше эти три станции были конечные, которые мы сейчас проехали. Да, то есть у них есть обратные тупики. Станция, бульвар метростроителей. Станция выглядит простенько. Но мне она, не знаю, довольно нравится, что ли. Но станция выглядит простенько. И реконструировать я ее не собираюсь. Потому что это спальный район. Вот. Бульвар метростроителей. И если вот чуть-чуть пролететь, то мы увидим станцию индустриальную. Да. Перегоны маленькие очень. Или выходы так расположены. Ну ладно. Следующий перегон будет побольше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция первая. Станция первая. Она была самой первой. И самой большой пересадкой, кстати. Да. И здесь такие вот тоннели, потому что я хотела вон там вот, чтобы ездили прямо, но там водоем огромный. То есть Рассонишское водохранилище. Это не море, это водохранилище, потому что я уже облетал. А вон, кстати, пути синей линии, второй. А вот станция первая. Да. Станция первая. Она была открыта тоже 16 июля. Тихо, не лагай.
Вот и давайте я вам покажу, как все это выглядит. Блин, спалил. Вот. Раньше вот это была стрелка, которая синяя линия уже могла идти вот так вот. То есть вот туда прямо можно было ехать. И вот сюда вот туда дальше. Но сейчас здесь я сделал ответвление. А стрелка осталась. Ну, вот. Вот станция как раз такая. Чё лагаешь? Мы почему-то в этом месте обычно очень сильно лагает. Да. Вот до станции Смольный. Это скоро будет участок. Может, когда-нибудь. А вот до станции Коммунар, куда мы едем. И следующая станция мне не очень нравится. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Сокольники. Она мне не очень нравится, потому что у нее нет выхода, и она у меня не очень такая получилась. То есть мне не очень нравится. Станция Сокольники. Да, у нее нет выхода. Вот такая вот станция. Мне довольно нравится. А, что? Это я уже так сказал. Но она мне не очень нравится. Хоть и она была построена как Сокольники настоящие. Я пытался повторить. Но что-то не очень получилось. Вот, 16 июля была открыта 2022 года. А вот уже как раз едем на следующую станцию, потому что я не хочу здесь долго задерживаться. И мы едем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Мостовая. Да. Я думаю, в следующем видео информатор будет. Вот. Станция Мостовая. Она красивая и некрасивая. То, что она находится на мосту, и то, что она сама, в принципе, не очень красивая. Но она находится на мосту. Вот мостовая первая линия, мостовая first line. Да, вот над рекой находится. Я не знаю, как эту реку я назову. Но это какая-то река. Широкая. Но это достаточно широко, потому что есть реки поуже. Ладно. И едем дальше. Следующая станция какая? Осторожно, двери закрывают. Следующая станция Донская. Донская, в принципе, красивая станция. Да. А вообще линия, она, в принципе, простенькая. Потому что первая, вторая линия уже будет красивая. Станция Донская. Вот. Станция Донская вот так вот выглядит. Мне довольно нравится. Два схода. Выход по центру зала. Вот четыре кассы. И вот такой, в принципе, простенький выход. Заходим обратно. Ну и едем дальше. Да, вот такая станция. Едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Версаковская. Верстаковская, в принципе, это нормальная станция с историей. Ну, как она раньше выглядела. Станция Верстаковская, да. Раньше на этой станции был горизонтальный лифт. То есть здесь отделки не было такой. И здесь стояли двери вот такие вот. Да, и станция открыта 17 июля уже. Да. И, в принципе, станция простенькая. И скоро на ней будет пересадка на третью линию. Вот здесь вот вместо этих двух касс будет пересадка. А вот, кстати, пути и... Ну да, как-то небезопасно. И выход, который находится в никуда.
если только сделать вот так вот и пройти. Да. Ладно, поехали дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующий танец Крюкова. Вот здесь вот, такое вот такая шахта красивая. А мы едем до станции Крюкова. Станция не очень мне нравится. Я, может, что я когда-нибудь перестрою более красивую. И вот станция Крюкова. Да, станция Крюкова. Ну, если станция Крюкова, то по факту здесь же должны быть крюки. Да? Ну и я решил поставить крюки. Но станция простенькая, я ее хочу перестроить. И нормальную лестницу сделать, а не лифт. А то тут лифт. Да. А на многих так станции еще на этой линии. И не только на этой линии. А мы едем дальше. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — технопарк. Мне вот этот перегон, он достаточно... Он длинный достаточно. И он мне напоминает перегон из Роблоксовского метрополитена. Между станциями Красносельская и Лухмановская. Да. Только там были новые станции, а тут старые. Да. Вот станция технопарк. Платформа справа. А вот эта станция мне нравится. Мне кажется, она красивая. Вот здесь нужно еще навигацию, кстати, сделать. И можно еще вот так вот пройти. Но не советую, потому что можно пройти вот так вот. Кстати, станция открыта 17 июля. Вот. Здесь кассы, автоматы. А что в них? А, понятно. Вот такой вот такая длинная лестница. Технопарк. И вон там вот еще долго идти. Да, я на данный момент играю без Optifine. Я его планирую поставить, чтобы повысить FPS главное. Ладно, ну мы едем дальше. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — ЦПКО. ЦПКО я планирую сделать пересадку на кольцевую линию. А, и первая тоже будет пересадка на кольцевую линию. И уже существует пересадка на вторую линию. И вот, станция ЦПКО. Мне сама станция довольно нравится, но стены я бы поменял. И вот станция открыта 18 июля уже. Здесь лифт, и лифт я бы заменил на лестницу. Вот. Но лестницу, в принципе, тут сделать легко. Ну, станция мне довольно нравится. Красивая такая, в принципе. Она, я ее делал по фоткам, станция Славянский бульвар. Только я думаю, здесь еще стоит, ой, лавочки поставить. Зато можно на платформе вот так посидеть. Ну ладно, поехали. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — Саларьевская. Осталось только две станции. И остальной участок будет прямой, просто прямой, то есть едем только прямо. Вот здесь вот дальше водянистый участок, очень много воды, и перегон нормальный такой, достаточный перегон. И вот как раз станция Саларьевская. Она не похожа на Саларьево, и открыта 18 июля тоже. Июля. Вот. Я ее планирую перестроить, потому что она не особо нравится мне. Ну и вот. И выход сразу вот такой вот. Саларьевская. Ну и турникеты стоит еще переделать. Да. А мы едем на следующую станцию. Следующая станция последняя. Коммунар.
Следующий сеанс коммунарка. Да. Может, даже после коммунарки будет продление линии. А может, и не будет. Но после станции Филатов Луг точно будет еще две станции. Хабаровская и Смольный. Да. Вот. Вот такая вот станция коммунарка. Мне она довольно нравится. Ну, конечно, я бы вот это вот, может, переделаю. Не очень похоже. А так, в принципе, все круто. Станция современная такая. Из бетона. А выход простой. Но зато тут нет головодолбежки. И вот Рассумовский метрополитен, станция коммунарка. Выход, кстати, вот в такой вот лес. А мы едем в оборотный тупик. Я, кстати, зачем-то вагонетку сломал. Ну, ладно, не будем заезжать, а зайдем. Да. Вот такой вот оборотный тупик. Простой. Может, здесь даже будет электродепо. Точнее, три коммунарка. Ладно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И как только вы подписываетесь, это ускоряет рост выхода роликов. И рост канала, конечно же. Вот. А кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.